have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы с вами в... Natural Disaster. Типа Natural Disaster, в общем-то, Survive the End of Roblox. Будем переживать конец Роблокса. Надо было, наверное, сказать это, зажав нос. Ну ладно. Что мы тут делаем? Находясь в офисном здании возле елочки. О, хочу стать главой корпорации. Будут начинаться всякие апокалипсисы, а я буду буквы. Буквы Л. Нет, У. О! Теперь это превратилось. О! Вот это красиво. Договорились. Ты буква У. Робукс. Теперь это написано французским. Робукс. Робукс. Хорошо, поехали. А, вау, что происходит? Ой, это какая-то апокалипсис. Погода. Почему наружу? Может, нам тут безопаснее пойдем будет? Пойдем под лестницу. Все эти последних событий, находиться под лестницей довольно безопасно. Что? Йо. Да, я понял. Ладно, уходим из здания. Я чувствую, тут небезопасно, потому что на нас все обрушится. Весело и безопасно. Землетрясение. С такой музыкой. Там автобус. Пойдем навестим Гомера Симпсона. Гомер Симпсон? Ну, атомная станция тут. Пойдем. Интересно, а там будет большая красная кнопка? И мы обязательно жмем. И где вход? Так, наверное, вот эта вот дверь, это вход. Чувак, тут радиоактивный нуб. Офигеть. Это он вампир, радиоактивный зомби-нуб. Уходим вампир, отсюда. Валим. Он высосет нашу кровь. Ему она не надо, он уже... Ладно, пойдем возьмем этот кабриолет. Давай. Крабиолет. Да нет, давай на переднее сиденье, будет круто. Едь! Пока к нам не пристыковался кто-то. А! Уйди! Я сейчас найду собственный... Я возьму свой собственный кабриолет. Да. Без крыши и с колесами. О, автобус. Давай на автобусе поедем. Я, кстати, его тоже замечал. Он вроде должен быть интересен. Пойдем. Пойдем. Тут есть несколько людей. А что меня ранило? То, что я вышел на ходу, меня... Сейчас дай мне зайти в автобус. Давай скорей. Я буду. Я кондуктор. Блин, я хотел тебе сказать, оплати билет. Я сам кондуктор. Там есть это чертово колесо. Пойдем посмотрим. А, где чертово колесо? Пойдем к чертовому колесу. Мне нравится чертовое колесо. Сейчас, направо. Мне это немножечко, кстати, напоминает Мэд Сити. Ну, я не знаю, чем. Наверное, чертовым колесом. Сейчас попробуем. О, лайтинг сто. Лайтинг. Который лайтинг. Лайтинг сто. Легкий шторм. Да. О, вот, это же чертово колесо. А я могу? Нет, не могу. Жаль. Наши две тени такие торчат, смотри. Ну-ка. От автобуса тени нету? Да, реально прикольно. Странно, но прикольно. Так, ладно, я отсюда ухожу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! У нас тачку хотели украсть. Что за робосовский дрифт? Ладно, пойдем отсюда, садимся. Ногами не черпайся, а то зацепишься колесо, оно никуда не поедет. Ой, это такое веселое колесо, оно не чертово, оно чертовски веселое. Кстати, ты знал то, что если упасть с высокой высоты, ты умрешь? Догадывался. Высокая высота. Ребят, немножко подправил звук, чтобы эта чудесная музыка, надеюсь, на авторских прав, ласкала ваши уши. Кстати, нельзя же быть очень высоко, когда молния, да? Ну, главное не быть самым высоким объектом. Ну, ты видел, там чувак смолбился? Нет, не заметил где. На самом высоком здании, видишь, там был чувак, он прыгал и упал. Нет, не видел. Он но сделал прикольно. Сальто в воздухе. Я прыгну, сделай сальто. Так, а зачем у нас на однерку бежать? Почему нету просто на shift бежать? Я не знаю. Что? Это про чуваков. Весь Истсайд разломился и упал в расщелину. Что? Истсайд! Вестсайд! Ну ты понял. Идем в наш автобус. Тудун. Идем в наш минивэс. Давай ты за рулем на этот раз.
Мы должны узнать, кто прячется под маской. Шеф, гони. Привет, начальник. Почему у нас нет дверей? Это не... Ай. Кто тебя водить учил? Да это я достаточно. Нет, этого классного чувака, он едет по английским правилам. О, смотри, вулкан, давай подберемся поближе. Конечно. Все же так любят. Блин, там прям что-то происходит. Не дрифти на автобусе. Так, как раз. О, рожки до ножки остались от тачки. Минуточку, не надо мне тут форсаж косплеить, он на автобусе собрался в прыжок делать. А я, мой автобус застрял. Саня, давай попробуем. Я, наверное, сойду на этой станции. Остановите! Автобус недостаточно сильный, чтобы наверх полететь. Вот, давай. Мы сейчас просто суп из себя сделаем, не надо. А, эстакада сломалась, ну все, хорошо. Моя остановка, спасибо. Ну, все мои планы разрушены. Блин, а выглядит... Я сначала думал, это лестница, это просто разрушенная линия электропередач. Давай вытолкнем ее. Я это и собираюсь сделать. Сейчас все сделаем. Погоди, ну ее же как-то... Мы же только что ее толкали. А, ладно, пофиг. Пойдем посмотрим, на что-то еще можно поездить. Пойдем. Кстати, я... Фьюх. Ой, сами говорю. Не надо! А, нет, это человек-недушитель. Все, он ко мне пузыри прилепил. Чувак, вот, это Ураган едет. Базовский. Ураган Базовский. Ну, хопа! Ты... Хопа! Чем ты? Чувак, он нас собирается убить! Ай, блин, я выпрыгнул, это было больно. Че, дождь пошел? Пойдем в этот роскошный дом. Роскошный? Вот в да, этот? Роскошный. Нет, нет, там другой. Гораздо роскошнее. Гораздо роскошнее? Так, давай прыгаем через забор, мы же все так умеем. Через забор не прыгивают, не прыгают, через забор перемахивают. Блин, сильный ветер! Меня сдувает, надо зайти. Дождь. Зайди, дверь открыта. Я не могу. Зафиксируйся на стуле. Слишком сильный ветер! Ой, тут ветер. Тоже новогодняя елочка, неплохо. Меня просто снесло, помоги. Меня колбасит по всему дому. Позизю. Я зайду в дом. Так. Подвал. Да, подвал. Самое... Я пытаюсь сесть, он садится, но... Нет! Я на самом низком месте, и тут лудинг начался. Чуть-чуть флудинг начался? Да, флудинг. Хватит мной пол вытирать, блин, игра, перестань. О, я за столиком. Экстремальный шторм. О, ты выжил. Так, ладно, давай, что обедаем будем? Предлагаю свежую воду, которая у нас сейчас затопит. У меня есть робси-кола, у тебя есть хлебушек. Вполне... Робси-кола? Ну, да, на плече у меня. Ну что ж, это мы пережили. Ураган это был на самом деле. Спасибо, елочка, с тобой было уютно. Че это был звук? Без понятия. Тут двери как в салунах этих. О, пошли к аэропорту, нас спасут. Давай. Давай. Ты где? Да, давай на нашем собственном лимузине зеленого света. Давай, я вожу. На Лизумине поедем. Вези меня, шофер. Ты видел там? А, тут сайфер. Чувак в виде шофера, Марио. Ничего. О, парковка. Ехай. Ты туда не заедешь, тут по дороге надо ездить. Да вставай уже, ладно. Тут там можно заспавнить автобус. Может взять кабри... Нет, ну ладно. Ёкарный бабай, это атомный взрыв, идем в подвал. А, ну, как бы у нас лимузин и так уже зеленый, ну ладно. Да он позеленел еще больше. Ты видишь этот токсичный газ, который... Ро Моторс? Так, ладно, уходим отсюда, уходим. Токсичный газ, почти что такой же токсичный, как и люди в Доте. Давай, идем, в общем-то надо в подвал. Ну, подвали в подвал. Так, дверь. Где тут подвал? Вот это? Вот вниз, еще ниже. Вот сюда. Тут как раз два стульчика, иди сюда. Итак, что это за странные гантели? Я не уверен, что это гантели, может это лампа. А, ладно, это может быть и лампа.
Так, оставайтесь внутри. Токсичный дождь? Аллилуйя. Токсичный дождь. Все проедает, чувак. О, да, 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 я туда не пойду, спасибо. О, картины. Где? Ой, как я сюда попал? Не, иди сюда, там смертельный. Я вижу, блин. А где мне, может быть, тут стать как-то? Ладно, я уходил отсюда. Уходил. Уходимо. Так, а ты где? Я в аэропорте. А как мне туда попасть? Видишь такое огромное здание с большой полосой? Короче, ты как раз недалеко. Сейчас дождь закончится. Так. А сколько он будет идти? Да просто выходил уже. Нет, я он вышел. Ладно, мне нос отожгло. Я на ковре лезу. Фиг ли? Как по мне попадает здесь? Вы что, тут потолок есть? Ладно, я на кабриолете. Кабриолет. Кабриолет. Чувак, тут нету крыши, я умер. Я тебе про то и говорю, что ты на кабриолете в токсичный дождь. О, все, закончился. Токсичный дождь. Аллилуйя. Ай, кислоты. Нет, меня все равно что-то жжет, погоди. Это токсичные детали тебя жжет. Ладно, иди к аэропорту, такая большая полоса. А, токсичные детали, я понял. О, вот, привет, привет. Привет, привет, да. Давай, какого цвета лимузин у нас будет? Выбирай. Давай оранжевый. Да, стой же, ты же ж. Ты будешь? Да, буду. Поехали. Так, ладно, я иду в аэропорт. Блин, там что-то... Ты сказал, идешь в аэропорт, потому что ты едешь таким же ходом, как и идешь? Едет задом. Что за Армагеддон начался? Обычно такой Аркимагеддон. Органианин. Сейчас, надо припарковаться передом. И к лесу задом. Мы можем взять кабриолет, сейчас нам уже ничего не мешает. А если прилетит метеорит? Ты думаешь, крыша лимузина тебя защитит? Ну, окей, кабриолет. На крыше лимузина есть хоть какой-то шанс. Ладно, мы тут, в аэропорту. Это неразрушимое здание. А, это аэропорт? Да, это... Вот, видишь, аэропорт. Аэропорт. Слушай, посмотри. Давай. А, нет, там невидимая стена. Челька, а что мы ждем? За нами прилетят? Да, за нами прилетят. Ой, ничего себе крутая тачка. Может, она поглашена не зависит. Я не уверен, потому что там есть эта стена. Да, зато можем потусить здесь. Ого. Тут. Так погоди, ну и что будет, если прилетят? Метеор шовер из овер. Шуба-дуба, блин. Шуб-дабу. Когда прилетит самолет, я буду вторым пилотом. Ты уверен, что он прилетит? Нет. Так зачем мы здесь стоим? Ждем у моря погоды. Что тут еще можно поделать? Много чего. Погоди, но ведь город когда-то же обнуляется, правильно? Да. То есть все эти... Тут, кстати, в городе куча пасхалок. Да я верю. Смотровая башня. О, скоро аэропорт откроют. Давай, быстро иди сюда. Давай. Evac here. Понял тебя. Так, хорош, встань. Черт, я буду вторым пилотом. Вот это у чувака очки. Крутые. Ну. В очередь, чувак. А что тут делать? Вы не видите то, что, в общем-то, именно на этих воротах будет самолет. Че, никто в очередь не идет? Вот они. Гейт 2. А почему именно на вторых? Ну, потому что самолет сюда прилетит, повторяю. Ага. Сейчас ты... Видишь, он уже летит, слышишь? Я пытаюсь это увидеть, но не получается. Ну, видишь ли? Сейчас видишь.
Так, а что на самолете можно было делать? Улететь. И кроме улететь? Спастись. Капитанишь не по-детски просто. Пустите! Let me in! Let me in! Let me in! Ты видишь самолет? Нет, в том-то и дело. Вот, он уже приземлился, смотри. Я пытаюсь смотреть за стену. А, вон, вижу, вижу, вижу. Вот быстро иди к вторым воротам. Самолет, кстати, маленький. Да, я второй пилот. Почему не капитан? А, капитан, потому что там свой, да? Да, там свой капитан. Он капитан из неподдержки. А, тут вообще творится. Все, я второй пилот. У-ху. Давай, быстро садись. Там недостаточно мест для всех игроков. Да ладно, по-моему, все расселись. Еще осталось 2. 4 свободных места осталось. Ты посмотри, какой я крутой второй пилот. У меня в морде трещина. Да, я это заметил. Это от моего офигевания. Улетай. Улетай. Не ходите, дети. В Африку гулять. Чувак говорит, у нас еще места остались. Ну да, еще 4 места. А кто в городе вообще остался? А, вон кто-то еще ездит, прикинь. Люди не знают, что можно улететь. Кто-то вон на лимузине дрифтит. Да, это бекон. Еще в аэропорту кто-то. Просто... А сколько? А, 5 секунд вижу. То есть времени реально прям мало. Смотри, мы сейчас круто улетим в России. О! У меня ачевочка приехала. Plane Escape. Ачивка. Самолет выглядит, знаешь, как из Лего собранный. У меня был когда-то похожий. Прикольно, кстати. Прикинь, тут есть а где двигатели есть... этого самолета? Я только сейчас подумал. Тут есть еще один способ спастись, прикинь. Чувак такой, нет, заберите меня. Let me in. Пока, извини, чел, не в этот раз. Видишь, там вертолет, который тебя тоже хочет спасти. Блин, колесо обозрения упало, прикинь? Нет. Там цунами надвигается на город? Да. Можешь повыше взлететь? Ну, цунами до нас не дотягивается, так что, в принципе... Ты уверен? Да, я только что сравнил высоту. Оно кажется дальше. Это для драматичности эффекта. Полнейший вайп. Там 4 пикселей не хватает. Больше пикселей. Полный вайп города. А? Откуда такие лаги, я не знаю, но... Нет, это самолет так двигается с лаками. С лаками. В слаксах. Слаки. Слаки. Ну что ж, мы типа этого улетели. Круто, красота. Оказывается, тут есть еще второе. Мега-цунами. Способ. Это бы не просто был цунами, это был мега-цунами, который не дотянулся даже до 5 этажа. Ну ладно. Итак, мы выжили. О, нет. Наводнение? Да. Оу, ноу. Под такую печальную музыку. Оставшиеся практически точно умрут. Вот это нагнетание. Вот это драматургия. Я думаю, что это точно конец Роблокса. Интересно, а можно забраться на какую-то прям самую высокую точку и выжить? Вот чисто нет. Теоретически. Нет. Там, конечно, есть эта самая высокая башня, но она невидимость не... Блин, ну тогда да, это немножечко подстава. Все заполняется водой, свет гаснет, занавес. Ну что, я рад, что мы свалили отсюда. Не знаю, мне понравилось. Здесь прикольно. Оно такое немножечко более режиссерски поставленное, что ли, чем рандомный Natural Disaster. Но мне понравилось, как тут все происходит. Новый раунд скоро начнется. Да, нет, но тут нужно было написать... Следующая история начнется вскоре, или что-то такое. Фух,
все затопило. А на этом, я думаю, ребятушки, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, поправа. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.